Матч начинался достаточно спокойно и в некотором смысле вроде неудачно, но удалось выиграть, удалось, главное, забить. Потому что хотят выиграть, потому что есть цель выиграть этот турнир. А qu'est-ce que tu peux dire du Динамо Минск? C'est une équipe очень быстрая команда, которая умеет сражаться. Видел, что Спартак играет очень хорошо, но они достаточно сильно мотивированы, это поможет им.